Юрец, ради тебя приехал. Ну, наконец-то. Хой жив вечно в наших сердцах. Ну, вот здесь можно забор перелезть, чтобы дойти к могиле Хоя. Такая здесь дорога неухоженная. Здесь такая ступенька, даже выемка. И такой вот поддон. По сути, здесь в шаговой доступности переход. Один шаг и все, перелез. Идем туда. Ну вот уже начинается летопись. Стена Хоя. Наконец-то я тут. Не на кладбище, конечно. Так, какой-то крест. Значит, кому-то не понадобился. Неужели? О, сектор Газа! Круто! Так, пенечки, лавочки. Вот. Ой, сколько цветов. Привет, Юрец! 25 лет ждал увидеть тебя. В жизни я встречал друзей и врагов, в жизни много всего перевидал. Солнце тело мое жгло, ветер волосы трепал, но я жизнь смысла так и не узнал. А солнце тело мое жгло, ветер волосы трепал, но я жизни смысла так и не узнал. Дым от сигарет не резал глаза, мои внутренности спирт обжигал. Могила Юрки где-то там уже далеко. До сих пор все, весь забор в надписях. А много в жизни я любил, много в жизни презирал, но я жизни все равно не узнал. Не искал покоя, я видит Бог, и не раз я покидал родной дом. Выбирал я пред собой 100 путей, 100 дорог, но конкретный выбрать так и не смог. А выбирал я пред собой 100 путей, 100 дорог, но конкретный выбрать так и не смог.